Накануне на реке Лени произошло столкновение двух танкеров. При этом произошло нарушение целостности одной цистерны с топливом. К сожалению, собственник судна сообщил об аварии слишком поздно. Задержка информации составила более часа. Это повлекло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений. Собственник, который обязан был принять меры по ликвидации последствий аварии, самоустранился. По данному факту проводится проверка.